отмостку делаем. То все заросло. Это Виталий Калиников. Видишь, как работает. Но надо все время подсказывать его, долбить. Он еще наговаривается, комментарии дает свои. Хотя никогда работу другую ни в глаза не видел. Он с человеком становится из быка. Как говорится, что можно быку или Юпитеру. А мы как раз и не рвемся на Юпитера. Нам нужно подражать Христу. Вот он сегодня работает здесь. Был на заработках, пришел домой. Там наши братья. Никита кидает. Вчера он там Володя скосил перед домом, с его домом. Надо табличку заказать. Прибить. Дом. Видишь, как. Там выбрал все, теперь туда кидает. Чтоб к решетке не приближалась она. А туда и складывай, она сгниет все. Удобрение, может быть, кто возьмет. Да удобрения-то хватает тут. Сейчас отсюда крапиву уберут, и дом сразу выглядит по-другому. Видишь, какие тут. В деревне всегда работа найдется. Вчера скосили, а сегодня вот убирать. Потаскаю, она крапива. Перемолотая тут. Тут вот эту вот железяку-то сними, она сгодится. Там лежит железка. Вот, вон, Никита, там внутри, сзади на середину. Ну, глянь. Это как керогаз раньше был. Может быть, она сгодится где. Сегодня у нас голуби закрыты. Вот это литок их. Не этот литок, а рядом. Сейчас я его открою, подойду. И голуби полезут оттуда. Так, подтяну. За гвоздики зацепился. И сейчас покажу, как. Как оно там? Вот открыл я его литок. Вот этот черный слева. Вот сейчас маленько погодя, голуби полезут оттуда. Сегодня профилактика у них, санитарный день, так скажем. Селекция. Селекция. Ну, Володя все рубит и рубит. Не косит, а рубит именно траву. Тут не больно-то размашешься. Ну вот теперь уже видать. Вот какая, не протолкнешь. Не помним даже такое лето, чтобы каждый день дождь был. Вот сейчас, где хозяйство большие животноводческие, уже все об это время, все заготовлено, убрано. Ни килограмма нету, ни соломы может не быть, потому что хлеб прибило, лежит. И видите, какой уязвим труженик сельского хозяйства. Это не то, что нефть, там качалка поставила, она и качает день и ночь. На какую погоду не смотрит. Это теперь Володин дом прямо напротив скворечника. Вот скворечник. Это наш центр был, лагеря стана. Теперь лагеря нету. Теперь по-другому будет. К себе в гости приглашают люди, отдыхают. И... Вот так. Виталием все тут на пути встречаемся. Любое дело, только да, он сразу его вывернет и даст объяснение. Я говорю, вот это неси и положи на возле шпалы. Он смотрит, идет и ложит на шпалы. Я говорю, возле и на. Разница есть? Ухмылка. Ну какая же ухмылка? Тебя послали, теперь
Что-то будет завалено возле шпала-то. Шпала-то заваливается. Вот сегодня только сколько было. Я говорю, вот землю тут надо отряхать, вот сюда ложить. Ага. Он не отряхает, а ей долбанет по стенке и забросит. Я посчитал. Ну, квадрат еще обработал, а 4,5 гектара разбросал. Вот эти откопанные где-то. Ну, засаял обратно. Такой страшный дух противления. И как жить? Это жена просто святая, которая пошла за тебя. Вот так. Все. Сегодня у нас 2 августа, день пророка Ильи. День лагеря был. Ну, сейчас лагеря раз нет, то и дня этого нету. Сегодня у нас 2 августа 2016 года. Вот мы работаем на этом дому, который взяли Калашневский. Вот у нас щебенка рассыпает. Это делаем отмостку у дома. Вот Виталий должен. Сейчас я подойду. Виталий, подожди. Мам, ну ладно. Тут еще такого нет. Вот, теперь. Давай, бери. Убери, сейчас упадет ведро-то. О. Тащи. Тащи, тащи туда. Деревяшку. Наклоняй. Мы ее протянем и все. Куда? Куда? Да, да, поднимай кверху. Кверху поднимай и наваривай. Ты видишь, откуда пошло-то? Еще почему я должен подсказывать? А, вон ту кучку. Где у меня тут граблика? У него там. Не те грабли. Вон те красные, да, грабли? Или они такие же, наверное? Забросили, уехали. Никого не было. И 13 лет он стоял, забросанный. И вчера только мы его приобрели. Хозяин Володя Пащенко будет теперь. Вот так. И сразу взяли за отмостку. Теперь часов, семенки нету занимать. Дело-то не стоит, это еще ты делаешь. Все. Пошли там щебенку, вот щебенку привезли как раз, тут был Евдокимов, губернатор края Алтайского, Михаил Сергеевич. Ну, там вот он такой, сатирик, какой он руководитель-то, мне говорят. Я только один раз к нему обратился, колодец копали, мне нужен крупнозернистый песок и щебенка. В этот же день привезли. 2 КАМАЗа пришло. Для меня он остался как руководитель, который
Щетка, ну не он там, у него там были какие заместители, кто там, отреагировали сразу, а я-то никто, совсем начальник детского лагеря только. Что он показывает? Вертолет. Вот тоже вертолеты тут летают. Такая погода, видать, где горит, не горит. Благослови, Господи, чтоб не упали. А наши русские люди заботятся о нас. Ну вот старые раскопали, тут вообще оказалось нету. И не было вентиляции внизу, там было все сгнило. Сейчас все по новой начали. Как удастся? Как удастся, если работать будем, удастся. А работать не будем, что нам удастся? Так, пройди, Виталий, промолоти ее всю, дави в землю. А это вот сейчас крапива. Чтобы она так не росла, мы придумали, что отработкой забить это место, щель. Она отошла здесь, вот она где. Сейчас за отработкой надо послать, и а там канистры стоят около нины. Канистры где взять на всякий случай? Можешь метелку принести? А? Метелку может принести. Метлу принести можно? Да можно метлу, но оно тут уже никакой роли пока не играет. Можно, можно. Потому что когда будем цемент с этим, с песком. Слышь как? Думаю, что чтобы там растения не росли. Вот такое вот дело. Все надо. Без этого никак нельзя. Ну все, идите с Богом. Угу. Можно замести метлой. А туда несите, туда несите, туда не надо. Туда. Куда? Туда, вон. Куда? В помещение. Ну, пойди не порви. Держи крепче. Там, где дерево, на дерево положите. Прямо, прямо иди. Не поворачивай. Зачем же ты бьешь это? Ты нельзя работать. Он не понимает, что там гвоздь еще порвалась. Он... Не надо ему такой лопоухи. Рядом стоит бабахнул, пошел. Кромец такой. Не ценит ни отношения, ничего. Беззаконник. Дай. Все. Ушел. Так же нельзя. Ты видишь, это бумажное. Он... Ломится, за край порвалось, все пропал. Мешок. На каждом шагу трясешься над ним. Так, давайте. За песком. Лопату прикрутите, брат. Давай. Дальше на спай. Я тут дальше на спай. Нет, туда. Вон на тот угол теперь переноси. Перемешивайте. Один к трем тут получилось. Видишь, что называется грохот, поддон этот. Так, ладно. Надо было... Семент привезли. Гравий. Давай. Хорошо. Выбирайте тут запустую все. Растворомешалки есть. Ну, думаю, что немалый объем, но стоит их и тащить сюда.
Так. Что останется, попробуй щели залить. А ну-ка пронеси туда к щелям. Туда дальше. Так. Там глубоко, ну попробуй. Вот так. Заливать туда. Ну-ка еще иди тащи. А теперь будем размазывать. Понятно. Сейчас я туда буду щебень принимать. Так. Володя, маленечко размажь вот здесь вот это попутно. А? Туда неси. А потом здесь размазать и щебенку. Давай. Сейчас ехать за песком. Туда неси. Вот так, размазай дальше. Все, пускай так оно повыше будет. Хорош. Если есть еще там остатки, забирай сюда. И на этом конец.